уже тут. Ну что, на дворе декабрь, так что мы идем наряжать елку. А? Или вы считаете, еще рано? Я так думаю, в самый раз, чтобы полюбоваться, понаслаждаться этой красотой, этой сказкой, огнями, шарами. Я желаю вам... В замке сегодня похолодало. Я желаю вам сегодня зарядиться энергией, так как делаю это я. И я хочу передать вам частичку своей энергии. И праздничного настроения. Привет! Всем привет! Проходите, я покажу вам сегодня, как я украсила свой дом к Рождеству и к Новому году. Добро пожаловать на канал Алекса Байер и в мой дом! Сегодня зажгли третью свечу, а это значит, сегодня третий адвент, и до Рождества осталась всего одна незажженная свеча, и это значит, всего одна неделя осталась до Рождества. Мой кожаный диван. Я украсила вот такой белой пушистой овечечкой, золото, серебро и вот такие вот подушечки. Я их выставляю каждый год. А столик возле дивана украшен золотыми оленями. Вот. Такая лампа. На улице еще светло. Моя золотая елочка, про которую я вам рассказывала.
Сейчас я покажу вам свою спальню. Как она украшена к Рождеству. Ну, понятно, дом стиле шале, конечно же, будут шкуры на полу. Вот я сделала вот такую вазу с шарами, которые не поместились на елку. Здесь искусственный снег, звездочки, шары, гирлянда на батарейках и вот такие цветы, золото с красным. А на улице еще светло, я закрыла жалюзи, но все равно свет пробивается, и поэтому я не могу вам прям вот передать всю эту красоту огни. Вот такой вот для одежды, то, что я использую обычно для нарядов, если я приготовлю куда-то, то я вот так Рождеству ее, эту красавицу, украсила вот так вот, такими вот нарядами. Тоже горит, но светло не видно. Дальше я сделала вот такую еще вазу. Тоже снег искусственный, шишечки золотые. Там потрясающе красивые цветы. А рамка, которая не подходила никуда, я уже хотела ее выкинуть, но мне было очень жалко, это старинная рамка. То есть ни один портрет туда не входил. И я вот так вот сделала. Ну, то есть это не только к Рождеству, это, в общем, вот так я украсила стену. Маленький столик, который я использую для журналов. То есть у меня тумбочки недостаточно, я сюда еще столик приобрела. Для моих журналов, для лаптоп сюда ставлю, здесь подушечки. В этом году я украсила немножко иначе, чем в прошлом году. Появилось очень много декораций, которые я сделала сама. Вот одна из них. Я очень ее люблю, мне очень нравится. Это обыкновенный деревянный поднос. А в нем искусственный снег, два подсвечника, свечи и елочки. И подарки от друзей. Привет, Яночка. Подарок для моего сына от моей подруги из Одессы. Дальше подоконник я украсила серебряными оленями. Это моя любимая свечка. Стараюсь ее открыть. Очень сложно. Я ее еще не зажигала, но мне так нравится. Ну и фотографии в серебряных рамках. Это для шампанского ведерочка. Ну, пока там стоят свечки. За окном яркое солнце. Я только начала снимать, яркое солнце. Очень сложно. Да, я попробую потом еще при не при дневном свете, а при включу и покажу вам. Дальше я купила в этом году вот такой Дед Мороза. Мыло для рук. Красную щеточку. Крисмас, таких парочку взяла тоже с Дед Морозиками. Ну и украсила стену вот такой рождественской бумагой. Ну, то есть это не совсем бумага, что-то картонное такое, да, скажем. Вот. Ой, забыла включить, вам показать. Он включается, тоже горит. Кухонное полотенце для рук. И на печке тоже висит полотенчик. Я тоже приобрела в этом году. Новое полотенце, но оно декоративное. Потирать им руки, конечно, не очень, оно синтетическое, просто для красоты. Так, идем дальше. Кофемашина, моя кофеварка. И здесь я сделала, как и в прошлом году, кофебар, но, конечно, по-другому. Новые чашки. Это бумажный кулечек, в котором ставится свечка. Нам подарили в том году на Рождество, или позапрошлом, уже не помню. И очень красиво смотрится. Обыкновенный кулечек, проделанные дырочки. Кстати, можно сделать самим, да, элементарно. И там ставится свечка, конечно же, на батарейках.
Вот в этом году приобрела вот такую вот чашку to go, coffee to go беру с собой, когда еду на работу. Она не железная, она керамическая. Шоколадный Дед Мороз я купила для своего мужа, это моему сыну подарили, но они еще это не съели, мои сладкоежки. Вот такой у меня кофе-бар, то есть для желающих сами себя могут обслужить, ну или я сделаю чашечку ароматного кофе или капучино. Очень вписывается в этом году мой подарок, который я получила на Пасху. Я рассказывала в своем видео исполнение желаний, карты желаний. Как получать то, что вы хотите, можете посмотреть, если вы еще не видели. Вот такой вот кофе-бар. Далее здесь три баночки с орехом, с печеньями, с пряниками, с рождественскими и с кофе. Я украсила такими сердечками. То есть как бы вот на них есть сердечки, да? А я добавила еще такие сердечки, ну, такое рождественское. Что у нас здесь? А здесь у нас глювайн бар. То есть, когда придут гости, будет стоять подогрев такой. Ну, типа что-то турочки, скажем, да. И вот чашки для глювайна. Смотрите, она в виде валенка или башмака, или не знаю, сапога сделана. И глювайн, мой любимый глювайнчик. Ну и чайничек, если желающий сделать чай. Будет вот. Извиняюсь, немножко отсвечивает. А вот как украсила плиту. Обычно стоит здесь деревянная коробочка из бамбука. Коробочка, не знаю, как ее назвать. И в которой бамбуковые ложки. На Рождество и Новый год я поставила вот такую, купила, да? Новогоднюю, керамическую. Ну и, соответственно, ложки здесь с елочкой, с Дед Морозом. Ну, те, которые, конечно, только достаются на Новый год. Что здесь дальше? Дальше подарок от моего сына на прошлое Рождество. Он нам сделал в своей художественной школе вот таких несколько подарков. Вот со своим автографом Филипп. Здесь вот такой подарок. Ну и мой любимый Дед Морозик, я его сюда приклеиваю каждый год. А на вытяжке я поставила... О, такая прелесть, посмотрите. Сейчас светло и не очень видно, но вечером, когда темнеет, 5 часов, так красиво. Мы включаем рождественскую музыку. В данный момент я ничего не включила. Нет, но включу сейчас. Вот. Так украшена вытяжка. Тут еще зажигаются тоже свечи. Так как светло, их не зажгла, эти свечи. Можно любоваться часами, да, скажите, просто завораживающие эти огни, ребятишки, катающие на коньках. Ну и поросенок сего года, вот свиньи, хрустальный поросенок у нас уже стоит. Ну вот так вот украшена моя кухня, сейчас попробую включить вам свет. Да, я не показала еще вам одну мою работу. Это большой бокал, ваза. Называйте как хотите. Там снег, снеговик и елочки. Это я сделала сама. И те, кто еще не начали украшать, у вас есть время, но не тяните. Начинайте уже украшать свой дом. Такой коврик у нас перед столом с огоньками на батарейках. Мы включаем обычно только вечером, конечно. Ну вот так я украсила в этом году свою кухню. Таня рассказала, что там наверху. Наверху стоят свечи. Сейчас поближе подъеду. Моя корона. Серебряное и красное яблочко. Подсвечники. И моя новая фотография. Портрет в национальном костюме Black Forest.
еще одна такая вывеска. Это у меня гостевая ванна. И ее я, конечно же, украшаю тоже. На каждое Рождество у нас появляются во всех ваннах, комнатах рождественские полотенчики. В этом году я приобрела вот такую мыльницу. Очень красиво, да? Конечно же, куфрик рождественский. Что у нас здесь? Здесь у нас тоже муну. Дед Мороз этот шевелится, но он шевелится только на солнечных батареях, так как уже темно, он уже отшевелился. Что он делает вот так? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Свечки, мои любимые ванильные свечки новогодние. Ну, вот так вот я украсила душевую кабину. Ну вот видите, мои 4 елочки, одна большая в зале, самая малепусенькая крутится, и серебряная, золотая, извините, елочка. Если кто-то спросит, зачем мне столько елок, а я просто скажу, я хочу. И вот моя красавица, ультрамодная елочка, тонкая, длинная. Вот. Такие, как любят сейчас американцы. Ну вот если вот так с холла идти, да, то просматривается вот так елка с двух сторон. И отсюда, я, конечно, могу зайти отсюда, но я не смогу пройти. Это на кухню вход, да, и в зал. Да. Так что нормальные герои всегда идут в обход. Я обойду. Я показала вам свой дом, как я украсила к Рождеству и Новому году. Надеюсь, вам понравилось. Если вы не подписаны еще на мой канал, подписывайтесь и ставьте лайк. И не забывайте, лайк – это просто бесплатное спасибо за труд тех, кто делает для вас видео. Благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.